Доброе утро, юные художники. Сегодня мы рисуем по теме лягушек. Вы нога Мараша, субботник с папой, рыбаки. Рисуйте со мной, будет весело. Сейчас для самых маленьких рисуем мы вот такой вот пастелью. Называется масляные мелки. Я это называю масляной пастелью, но это масляные мелки. Они толстые, яркие, большие, четкие. Вот такие вот достал, посмотрел, порадовался, потому что у тебя есть 24 цвета. Мне нравится. И рисуем самое простого на свете лягушонка. Возьми любимый цвет, который тебе нравится. Мне нравится просто зеленый цвет. Когда ты его держишь, я чувствую радость, когда я держу его. Я думаю, что тебе тоже будет. Бабушку-лягушку, пожалуйста. Обязательно нарисуй бабушку-лягушку. Так, рисуем для малышей. Прям супер просто. Смотри, у нас есть один зеленый и второй зеленый. Давай используем все зеленые цвета, которые у нас есть. У нас есть два зеленых цвета и один черный. Мы будем рисовать из этого лягушку. Лягушку мы возьмем зеленый цвет и будем говорить: лягушка, 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 квакушка. И этот урок можно еще для мам сделать. Лягушка, 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 квакушка. Лягушка, 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 квакушка. Лягушка, 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 квакушка. А когда я это говорю, я кручу рукой. Я кручу, 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 останется не могу. Я кручу, 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 закручу, заверчу. Какие-то веселые скороговорки, которые ритмично могут показать ребенку, как можно ярко и четко крутить. Мы учимся рисовать круги. Теперь наша лягушка тело готово. Теперь нарисуем ему лягушонку. Два большущих глаза, большущих круга. Можно сказать, это ушки, но это глазки. Ты это знаешь. Теперь большие лапки, вот такие полукруги слева и справа нарисовали. И, конечно же, сами лапки рисуем. Вот такая лягушка получилась. Очень просто. Добавим сюда в нее зеленого цвета, ярко-зеленого цвета. Она будет переливаться. Она будет от желто-зеленого к зеленому, желто-зеленого к зеленому, желто-зеленого к зеленому. Везде все это мы повторим. В принципе, можно и светло-зеленую лягушку оставить, будет здорово. Отличная, отличная. Конечно же, у нее есть глазки. Тю-тю-тю. Глазки, ротик. Ротик довольно улыбается. И передние лапки нарисуем. Тоже хорошо их видно будет. Вот такая у нас лягушка получилась. И она, знаешь, что тебе делает? Она передает для тебя привет и небольшое сердечко тебе дарит. Вот такая лягушка у нас получилась. Я хочу нарисовать именно для самых маленьких что-то. Я думаю, что мамы могут взять на вооружение ритмичность рисунка из этого урока. Когда вы что-то делаете, вы можете петь, приговаривать, и ритмичность рисунка перейдет от ритма вашего веселого такта. Тра-т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 а. Раз, два, три, четыре, пять. Это вот вполне достаточно, чтобы идти дальше и рисовать вместе. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел лягушонок порисовать. Мы рисуем кружочки, и весело получается. Ставим на паузу и рисуем теперь бабушку-лягушку. Давайте.